В заключительный день недели большой профилактики в спорткомплексе «Старт» состоялся турнир среди студентов профессионального образования «Я выбираю спорт». Открываем мы неделю большой профилактики вот таким спортивным мероприятием большим, в которой ребята показывают о том, что здоровый образ жизни, спорт – это лучшее занятие и лучшее отвлечение от вредных привычек. То есть это самая лучшая профилактика. В программе турнира две комплексные эстафеты, челночный бег, владение обручем для девушек и скакалкой для юношей, а также мини-футбол, где разгорелись нешуточные страсти. Участники, а это команды по 10 человек, представляют колледж топлива и энергетики, индустриальные, технологические и автотранспортные техникумы. Что и говорить, у этих ребят, так азартно играющих в футбол, и мыслей нет об алкоголе или наркотиках. Здоровый образ жизни становится модным, а курение у многих вызывает отвращение и неприязнь. И это радует, ведь здоровое поколение – это здоровая страна.